Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Руфат, и сегодня я хочу представить вам классическую дачу в Мардакянах на 7,5 сотках земли, буквально недалеко от центральной дороги, около Анджели Маркета, сзади полицейской академии. 7,5 соток земли, трехэтажная дача. Вот такая у нас здесь большая парковочная зона. Сзади дома у нас имеется небольшая площадка, там у нас есть бассейн и небольшая зеленая площадка. Вот так у нас выглядит задняя часть двора. Требуется небольшой косметический ремонт. Давайте же перейдем внутрь дома и ознакомимся с домом изнутри. Значит, при входе у нас вот такая небольшая терраса. Так у нас здесь все выглядит. Так, перейдемте внутрь дома. И с левой стороны у нас здесь находится гостевой зал. Вот так у нас выглядит гостевой зал на первом этаже. Ремонт дома аккуратный. И все сохранилось как надо. Далее, с правой стороны от входа у нас имеется кухня. Вот так у нас выглядит кухня. Это классическая дача. Самое главное – это местоположение. Местоположение дачи отличное. Дорога проасфальтирована. Далее, здесь у нас небольшая спальная комната. Вот так она у нас выглядит. Итого, на первом этаже у нас кухня, гостиная, одна спальня, а также санузел. Очень интересно они сделали. Душевой и санузел отделили. Вот так у нас здесь все выглядит. Отделено. Перейдем теперь на второй этаж. Классическая деревянная лестница. Значит, на втором этаже у нас тут сразу нас встречает спальная комната. Такая у нас здесь наша первая спальня. Здесь у нас вторая спальная комната. Не во всех комнатах еще установлен свет, потому что здесь никто не живет. Здесь у нас также света нету. Ну, на втором этаже у нас 4 спальни и один санузел. Также имеется у нас балкон. Здесь у нас санузел второго этажа. Он также у нас отделенный. Вот так у нас здесь все выглядит. Очень интересно. И далее наш третий этаж. Просто огромное помещение. Можно сделать как игровую зону, как и кинотеатр. Вот так у нас выглядит здесь третий этаж. Огромное место, бильярдные столы и так далее. И здесь у нас санузел, разумеется. Вот такая у нас дача на 7,5 сотках земли в Мардакянах. Все фотографии и подробная информация находятся на нашем веб-сайте Bahamas. Дайте мне спуститься с третьего этажа вниз. Да. Итого. Цена приемлемая на данную дачу. У нас есть хорошая скидка. Как и на все дачи, которые вы найдете на нашем веб-сайте Bahamas, у нас есть хорошие скидки. Всем спасибо за просмотры. Данная дача находится в небольшом городке. Вокруг одни виллы, которые тоже стоят на продаже. Всем всего хорошего. Спасибо за просмотры. И до скорых встреч.